Может, у нее и появится желание. Хорошо. Значит, что попробуем? Начинаем с этого барьера. Слава Богу. Слава Богу. Начальник, понятно. Значит, начинаем отсюда. Барьер. 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 Опять эточка. Барьер. По прямой. Левая дырка туннеля. И в обратку опять барьеры. Вот эти два. Сядь сюда. Надо делать все как следует. Зачем мы так вот побежали? Значит, во-первых, сначала четко выучить трассу, чтобы до конца ее помнить. Собака теряет интерес, когда хозяин учёт показывает, куда бежать. Собака не может быть. Кто радостно бежит? Шумят, шахнут. Слушай, в принципе, у нас группа начинается в 12, сейчас вот скоро 11 до Москвы. Вообще кто-то странный. Смотри, не страшно. Барьер! Хорошо, барьер! Хорошо, молодец, барьер! Хорошо! Нам собаки еще будут вокруг. Уже к другому дому. Вот так. Хорошо! Отлично. Вперед, барьер! Но они не должны быть маленькими, они вот такой тут пилот. Но вы должны убегать от нее. Вообще вот культура собачья вообще. Лапами. Она их пересекла. Команда барьер, но уже в этот момент двигаться. Вот, от нее. Вот, это вообще. Дальше здесь. Вот я о том же, она и так ест, столько заработает. Да, мы столько работаем. Все равно мне, все равно, много работы. Мне все равно получается пайка, даже больше пайки какой-то. А вы уже были на этой, если вот между этими двумя барьерами, руку меняете, да? Вот, очень хорошо. Делайте еще разочек. Значит, начинаем. Вот, суперски. Значит, не ждите, когда
очень. Фатик, молодец какой, умничка. Хорошо,